Рождение ребенка всегда праздник, большое событие для любой семьи, а на праздник принято дарить подарки. На днях в Дмитровском роддоме молодым родителям вручили первые наборы по программе губернатора «Я родился в Подмосковье». Она включает в себя ряд мероприятий. Это, в первую очередь, выдача подарочных наборов со всем необходимым для новорожденного ребенка на первом году жизни. Но если у мамы это уже все было заранее куплено, то мама выбирает денежную компенсацию, которую она получит в течение 10 дней. Семья Тукаевых, например, решила выбрать подарок и не пожалела. Первый в Дмитровском округе они получили губернаторский набор в такой торжественной обстановке. Приятно, конечно, в любом случае, столько внимания, помимо того, что сотрудники роддома обеспечивают достойное внимание, заботой от самого начала до самого конца, поэтому в любом случае приятно, конечно. И хотя Юля и Аслан – родители с опытом, это их третий ребенок, такой бокс станет отличным помощником. Внутри необходимые вещи для мамы и малыша. Детская одежда, аптечка, средства ухода и гигиены, постельное белье, игрушки, папки для документов. Всего больше 50 предметов. Главное и единственное условие – регистрация ребенка в Московской области. Это можно сделать прямо в стенах роддома. Сотрудники ЗАГС помогут оформить и другие документы. Оказываются дополнительные услуги – это оформление свидетельства о рождении, справка на выплату единовременного пособия по месту работы, автоматически присваивается номер ННН ребенку, есть возможность прикрепить ребенка к медицинскому учреждению, оформить медицинский страховой полис, поставить на очередь в детский сад. И если у мамы рождается второй ребенок, либо третий, но на второго она еще не оформила материнский капитал, можно подать заявку на получение сертификата на материнский капитал. Прямо в роддоме можно выбрать, что для семьи предпочтительнее – губернаторский набор или денежная компенсация в размере 20 тысяч рублей. Глава Дмитровского округа Илья Поначевный поздравил семьи и отметил – с рождением ребенка жизнь меняется, и важно поддержать молодых пап и мам, в том числе материально. Иногда за хлопотами по беременности, да, по переживаниям, иногда, да просто первый раз не понимаешь, что нужно, когда нужно, куда идти, что нужно покупать. А когда тебе дарят вот такой, во-первых, он красивый, приятный, но и самое главное, полезный подарок, это снимает много проблем. Я хочу еще раз поблагодарить и наши медицинские учреждения, и наши службы, которые ведут вот такую активную работу по благоустройству и удобству, наверное, получения услуг. И хочу пожелать всем нашим новорожденным удачи, здоровья. Каждый год в Дмитровском роддоме появляются на свет больше 1700 малышей. И теперь такой набор будут получать все мамы. К слову, Подмосковье – первый регион России, в котором начала действовать эта программа.